Наступила осень, и опять переделки в саду. Опять таскаю горшки, и опять смотрю, что я сделала не так. Это моя пальма такая, саратовская. Ива, которая долго росла. И вот так она от прививки наросла. Так, что теперь у меня здесь не так? Я посадила две древовидные гортензии. Белорогаца или метта. Здесь им темновато. И этой, хотя она с краешку сидит. И вот этой. Здесь у меня стояли большие горшки 40-литровые с гортензиями крупнолистными. А этим гортензиям здесь темновато. Опять буду их отсюда пересаживать. Рододендрон здесь себя чувствует хорошо. Вон какие почки набил, цветочные. Вырос хорошо. Подрос. Этот тоже прям прекрасно. Эти я пересадила, и они себя чувствуют хорошо. И значит, они здесь будут жить. Что здесь еще? Здесь роза. Она на месте. Ей хорошо. Я ее не укрываю. Она сама растет, сама цветет. Все прекрасно. Здесь я еще уберу пион. Вот этот пион я отсюда выкопаю. И здесь посажу я парочку крупнолистных гортензий. Здесь тенечек. Здесь вот, вот Red Baron. Это из серии You and Me. Love, по-моему. Вот. К этим подружкам я добавлю еще парочку.